Олег Анатольевич, ему 14 лет, имеет второй юношеский разряд, тренируется под руководством Каримова. Синего ринга, Дикаев Рамзис, спортивная школа строителей. Ему 15 лет, боксом занимается 4 года. В ринге провел 25 боев, из 20 одержал победу. Имеет первый юношеский разряд. Является победителем Республики Татарстан 2019-2020 года. Тренируется под руководством Аверина Антипова. Отвечу. 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 Отвечу.
Зикаев Рамзис, спортивная школа строителей. Награждение боксеру проводит главный судья соревнований Авджан Мистроп Мистропович. За второе место награждается Васильев Данила, клуб «Аллигатор». За первое место награждается Зикаев Рамзис, спортивная школа строителей. Смена судейской бригады.